Спайдермена. Это уже у нас, по-моему, третья часть. С вами Казуко Фэмили. Ставьте лайки, приглашайте друзей, ребята. Полный вперед. Так, погнали. Я не понимаю, почему я упал. Ой, как не понимаю. Может, возможно, я зацепился, а там хер его знает. Так. О. То есть он по тем не может, что ли? Прекрати свои глупости, Паркер. Варм. А, это просто варм, что ли? Тогда надо быть реально аккуратней. А, ты говоришь, малышка. Что говоришь? Я ничего не говорю, блядь, что ты говоришь? Ой, блядь, быстрей. Так. Все твое сердце, малышка. Не сюда. Сюда, что ли? А куда дальше? Ой, блядь. Так. Сюда, что ли? Или нет? Походу, да. Чего? Ох. Наконец-то мы вошли в этот странный уровень. Он был не то что странный, но... Ох. Ах ты, сука. Пиздючела. Так, хули ты молчишь, ублюдок? Я открою все потайные выходы тогда. Ах ты, пиздюк. Ах ты, мразь! Так, стоп. Вот урод. Легко все, Спайдермен. Ай, блядь! Просто когда я в него стрелять хочу... И Джейн, сука, умрет. Давай, иди сюда, сука. Ах ты, пиздюк. Ну давай, иди сюда. Ага, вот ты где появляешься, да? Ну давай, иди сюда. Обезьяна сраная. Почему Веном? Почему ты вернулся? Тебе следует знать, Спайдермен. Чему быть, того не миновать. В этот раз ты провинился. Ты идиот. Подумай. Вспомни тот день. Я был с тобой в толпе. И боевики импостера были на сцене. Он поджег всех нас. И с тех пор мы играли друг против друга. Ты прав, Паркер. Мы были... Мэри Джейн, вот ты. Ты и твоя жена, Паркер, находитесь в... Our bed. Я убью тебя. Паркер, вытащи меня отсюда сейчас же. Вот так вот. Ты в доме Господа, Паркер. Ходи, дорогая. Итак, мы партнеры. Но сейчас ясно, что мы должны придержать свои силы. Мы и так их потеряли при похищении моей жены. Мы сделали ошибку. Но мы же сказали, что извиняемся. Но ничего. Теперь. Импостер может трансформироваться. Это значит, что он превратился в Мистерио или Камелио. Мы гонялись за Камелеоном и нашли его. Но кто же из них мог украсть ТВХ-технологию? Мы знаем. Кто? Сабмариндер. Сабмариндер? Давай серьезно. Клянусь своей мощью. Ты с ума сошел? Не отвечай. Вспомни. Забудь об этом.
Мне нужна помощь Джеймисона в этом. Мы идем в Бьюго. Джеймисон. Мы ненавидим Джеймисона. Пустоголовый. Когда мы встретимся с Джеймисоном, мы сможем воспользоваться его базой данных. А мы будем гулять по интернету. Просто пойдем, хорошо? По интернету. Веном-блогер, что ли? Роб, вот они, записи. Давай в интернет, давай в интернет. Замолчи, у нас нет времени. Паркер, где это может быть? Быть что? Да. Мы чувствуем других. Чувствуете кого? Всех других. Кажется, они узнали наши замыслы. Мы должны остановить его. Сейчас? Да, сейчас. У нас нет выбора. Отлично. Побольше шуми. Я как раз вошел в систему. В базу данных спайдеров. Спайди, кажется, пытается нас надуть. Тварик по паре каждый, да? Симбиотики, наверное, ищут человеческие жилища. Война с симбиотиками не закончилась. Потому что еще оставались заложники, которым грозила опасность. Эй! Вот там блюдки. Это частный... Никогда не видел, чтобы здесь никого не было. Так. Где этот придурок? Симбиотики уже везде. Так. Ага, вот они. Ублюдки. В смысле, не понял? А! Кажется, они выходят из фундамента. Какого фундамента? А, то есть сюда. Так, окей. Откуда они все идут? Твою мать. Так. Пока. Так, а куда нам идти-то? Вопрос. Ага, сюда что ли? Так. И? Чё это значит? Воу. Ребят, я все прекрасно понимаю, но вы мне реально мешаете, реально. Так. Ты шутишь, да? Может быть, перестанешь? О, блядь! Воу-воу! Стопэ! Шучки! Твою мать! А куда? Чё это значит? А? Куда?
то все фреймы освоб... Попробую другую дверь. Но... Да сдохните, ублюдки. Вот твари. Да умри. Я уже наполовину испуган. А, сюда что ли? Я не понял сразу куда. Бывает. А, печатный пресс. Генератор симбиотиков. Вот, значит, где их создают. Один уже получил. Так. Мне бы какие-нибудь классные эти патроны. Хрен найдешь, блин. Только еще один. Один. А, отлично. Один мы уже расхерачили, да? Так, сюда что ли? Оу. И. Так, это не здесь. Или здесь, подожди. Так, подожди. Это что за херня? Стоп, идите в жопу. Что-то я включил, блядь, не могу понять, что. Куда, сюда, что ли? Да, блях. Стоп, а это что за поворот? А-а-а, вот это тема-тема. Тема-тема просто. Так. Гори, ублюдок. По-моему, это ловушка. Гори, гори, ублюдок. Этот, наверное, последний. Но внизу должно быть еще. Узнаем, сколько должно быть чего. Ай, блядь, опять обычная паутина, да ё-моё. Иди в жопу. Так, подожди. Нам, видимо, не сюда, да? Да ё-моё. Конский хвост. Твою мать. Да, блядь, что ж, ещё один? Я уже наполовину испуган. В смысле? Жопа, мана, иди. Да. Блин, я его так убил. Ну, блин, бывает. Ага, вот он. Паукен.
Так. Отлично, это драги. Драги? Чё за драги, я так и не понял. Импостер. Мне кажется. Двойничок. А, это сейчас будет. Хренасос. Хотел сказать, что ты почти такой же, как я. За исключением того, что ты более агрессивный, чем я. Жестокие создания. Когда-то вы сами это поймете. В конце концов, это время придет. Запомни. Я доберусь до вас. И затру вас в пепел. А теперь, жалкий спайдер. Ты умрешь. Уже слишком поздно стать друзьями. Эй, что такое King Contra? Чувак, отпусти. Если бы я использовал свою сеть, я бы их поймал. Ты работал, ведь ты попался, спайдер. А, бесит, чувак. А, ну, в принципе, можно и сюда. Оу. Так, стоп. Блять. Подумай еще раз, оу. Спайдермен. Да не буду я ничего думать, достал. Воу. Вы узнаете, что я сейчас сделаю. Да ничего ты не узнаешь, достал. Это... Даже и не думай. Если ты захватишь Giant, то я захвачу Вегас. Прекрати свою бессмысленную войну, Спайдермен. Кстати, о войнах. Кто за всем этим стоит? Я никогда не скажу, как победить Мистерио. Но нападение симбиотиков можно остановить. Нападение симбиотиков? Их стало больше? Ты дурак. Ты даже не представляешь, сколько их будет. Они приготовились к тому, чтобы напасть на любого гражданина Нью-Йорка. Ты глупый Мистерио. Откуда? Откуда они идут? Через воду. Здание номер 65. Секретный проход. У них есть задание уничтожить тебя. Кем бы ни был твой босс, он дурак. Никто не может контролировать симбиотиков. Поправочка. Никто. До сих пор. Подавись своей пропагандой, хорошо? Это не игра Мистерио. Симбиотики разрушат все на своем пути, поэтому мне надо остановить их. Вот такой поворот. Эй, Фрэнк, что случилось? Микрочип, здесь Спайдермен. На каком расстоянии? Где-то 100 ярдов. Легкая мишень. Очень смешно, Фрэнк. Он вычислил меня, но как у него получилось? Я потерял его. Что случилось? Он забрал мой прицел. Эй, тупица. Извини за эти дорогие линзы, надзиратель. Кажется, мы здесь по одному и тому же делу. Вот это место. Склад 65. Мы можем объединиться. Прикрой меня со спины. Спасибо, мистер Желающий Смерти. Лучше меня будет прикрывать моя сообразительность. Как хочешь. Плазменные пушки справятся с этой проблемой. Может быть, поступишь по-моему? А, на этом складе нашли клише для CD. Здесь, по-моему, столько оружия, сколько мне никогда и не снилось, и ему тоже.
О, еще симбиотики. Старику Спайди, кажется, не везет. Кажется, мы вышли оттуда. Но сначала я должен уничтожить генераторы. Так, блять. Ну? Я должен осмотреть здесь тоже. Ага. Блять. Эти генераторы нужно разрушить. Еще 4. О. Огненная паутинка. А эта хрень нам пригодится. Так. Ну. Блять. Да ёб твою мать. Так, стопышечки. Где еще, не понял. Так, стоп. Куда нам валить? Туда, что ли? О. Я уже на... Ага. Похож на тайный ход. Иди, сдохни. Тайный ход. Есть такое дело. Так, стоп, а куда нам? Сюда, что ли? Больше генераторов. Мне пора идти. Еще один. Куда? Не... Так, стоп. А куда? А, вот он. Пока. Грёбаные отвратительные существа. Так. Какая стоп. Огромная шахта. А. Там внизу должно быть что-то очень большое. Хер его знает, Спайди, хер его знает. Что там большое. Угу. Ну. Падай. Нам сюда? Да. Ну да. Оу, нам прям вниз. Что за чушь? А. Как глубоко мы. Блин. И опять обычная паутина. Да ё-моё. Фигня. Наверное, шутишь. Окей, договорились. Пара сотен футов под водой. Электрический фонарь. Водонепроницаемый. И немного защиты от смерти. Моя жизнь становится все лучше и лучше. Ну да. Пока. Эй. Их просто надо пробежать. Ну да. Кто построил это место? Создатель какой-то. Воу. Воу, ты куда-то... Ты куда-то... Я понимаю, что ты там куда-то летишь, торопишься, но, блядь, не настолько... По-моему, про меня тут все за... Спайди, блядь. Ну не настолько же, а? Тупая интуитивная камера. Блин. Чего? И... Ты что, хочешь сказать, что нам сюда, что ли? Окей, все в порядке. Да, возможно. Возможно и нет. Воу. Ну, хотя бы так. Чё это за фигня? Что это за место? Хз.
А что это за место? Блин. Чё? Должно быть, опускается туман. Какой нах... Кто за всем этим стоит? Какой нах туман, Спайди? Синий туман, что ли? Синий туман. Воу. Вверх иди. Сейчас паутинку классную достанем. Блин, это гопники. Мне сейчас пригодилась бы энергия спайдера. Воу. Очень кстати. Блин, а какого хрена? Я думал это... Я думал это, короче, паутина, а это костюм, блин. Твою мать. Воу. Блин, нам сюда, да? Черт, закрыто. Придется попробовать другую дверь. Да. Да еще раз. Вот ублюдки. Ублюдки, ублюдки. О, вот она. Блин, вот паутина, мать твою. Блин. Гори, придурок. А что нам, в эту комнату или в какую? Угадай еще раз. Что угадать? Да я уже достал вас убивать, черти. В смысле, Е3, что ли? А Бэп тут при чем? Угадай еще раз. Да я что, тебе угадалка, что ли? Или кто? Твою мать. Так. Понятно. Не надо мне угадывать, я просто... У нас есть... Спайдермен, так рада тебя видеть. Блэк Кэт, что ты делаешь? Кто за этим стоит? Что ты делаешь тут? Ты знаешь столько же, сколько и я. Они собираются прийти за мной, чтобы потом убить меня. Ты должен... Отлично, Кэт, но... Если сможешь выключить питание, я постараюсь убежать. Я нашел это, Кэт. Кого нашел? И? Ты имеешь в виду... А почему С? Давай так. И? А, все, я понял. Еще две закрылки и все, и будет финалище, блять. Тяжелая, сука, тем более финалище, блядь. Так что игра короткая, но, сука, интересная. Так. Security room. Гори, сука, гори. Гори ясно. Чтоб тебе не погасло. С, да, по-моему, осталось, и все. Гори, сука! Вот и так расплодилась, твари, блядь.
Спасибо, Спайдер. Что за? Так, по-моему, бит. Так, ребят, финал будет уже в следующей части. Это будет последняя, наверное, часть. Так что с вами был Казуку Фэмили. Ставьте лайки. Всем до встречи, ребятушки. Всем до новой серии. Всем пока.